Накануне вечером в Нарвском культурном центре «Женева» состоялся летний променад-концерт, на котором в исполнении Нарвского симфонического оркестра и сопрано Национального опера Эстонии Ольги Зайцевой были исполнены популярные симфонические миниатюры, романсы, арии из оперы и оперетт величайших композиторов. Нарвские любители классической музыки, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, заполнили зал культурного центра, чтобы послушать прекрасную музыку и встретиться с певицей в недавнем прошлом норвитянкой. Самое главное человеку не бояться, верить в свои силы, и никакие болезни его не возьмут. А для этого нужны духовные силы, и для этого надо приходить на концерты классической музыки, где ты получаешь эту энергию высшего класса. И, конечно же, я скажу, что это огромная ответственность петь для своих, для родных, где ты родился и учился. Это, конечно, большая ответственность. Конечно, везде ответственность, но здесь это особенный дух, вот, который немножко такое трепетное волнение. Всегда оно присутствует, но здесь намного больше.